В марте 2023 года уже умерли многие известные актеры, музыканты и другие знаменитые люди. Сегодня стало известно, что умер выдающийся политик, который был хорошо известен людям в нашей стране. Наш мир покинул Владимир Чуров. Это имя знакомо каждому человеку, интересовавшемуся работой Центральной избирательной комиссии с 2007 по 2016 год. Владимир Чуров родился 17 марта 1953 года в Ленинграде в семье морского офицера и филолога. Он получил хорошее образование. Окончив общественный двухгодичный факультет журналистики Ленинградского государственного университета, физический факультет ЛГУ имени Жданова и Народный университет технико-экономических знаний. В 2003 году Владимир Чуров, не состояв в ЛДПР, был включен в федеральный список этой партии. В этом списке он был 15-м, а на выборах партия ЛДПР получила 36 депутатских мандатов, что позволило Владимиру Чурову стать депутатом Государственной Думы 4-го созыва. 27 марта 2007 года Владимир Чуров был избран председателем Центральной избирательной комиссии России. 28 марта 2011 года его переизбрали на второй срок. В июне 2016 года Владимир Чуров стал послом по особым поручениям Министерства иностранных дел Российской Федерации. 1 октября 2019 года ему был присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла. Владимир Чуров ушел из жизни 22 марта 2023 года. Политическому деятелю было 70 лет. Причиной его смерти стал обширный инфаркт. Владимир Чуров покоится на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах. Светлая память Владимиру Чурову.